Добрый день, утро, вечер, ночь или что там у вас, когда вы решили заняться спортом и посмотреть наше шоу на своих устройствах. Меня зовут Роман Юнусов. Я рад вас приветствовать на канале Юнус. Это шоу «Спортивный интерес». Шоу о том, где 40-летний мужик, ну то есть я, будет проверять на себе различные виды спорта. И сегодня я попробую свои силы в художественной гимнастике. Я уверен, что все у меня получится отлично, потому что главное что, дорогие друзья? Правильно, желание, а не ваш уровень подготовки. Ведь заняться спортом никогда не поздно. Вы готовы? Тогда погнали! Нихуя себе, блядь! Доброе утро, канал Муз ТВ. Стоять! Я хочу от тебя детей! Вау! Рома, я ухожу! Ну а спонсор нашего сегодняшнего выпуска – Бэтбум. Бэтбум является полностью легальной и надежной букмекерской компанией, зарегистрированной на территории Российской Федерации. Регистрация займет всего лишь 15 секунд. Более 1000 ставок на сайте и мобильном приложении каждый день. Зарегистрируйся прямо сейчас по промокоду ЮНУС и получи бонус до 10 тысяч рублей на первое пополнение. И сегодня моим звездным тренером будет заслуженный мастер спорта, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике. Встречайте, Вера Бирюкова! Вера, привет! Привет, привет! Как дела? Хорошо. Ну, стандартный вопрос, как дела, как настроение? Все супер. Все супер? Да. То у тебя будет задачка посложнее, чем завоевать олимпийское золото. Сегодня ты будешь нас обучать некоторым элементам художественной гимнастики. Почему я говорю «нас»? Потому что чуть позже я приглашу еще одного звездного гостя, который составит мне конкуренцию в этом нелегком виде спорта художественная гимнастика. Ну а пока, перед тем, как мы начнем, еще один вопрос. Правда ли, что все девчонки, которые занимаются художественной гимнастикой, должны соблюдать наистрожайшую диету? Ну... Мне это очень интересно. Конечно, да, у нас взвешивание каждый день утром и вечером. Взвешивание? Взвешивание. Весы встаете, да, прям? Да. И что, если девочка пришла пухленькая за ночь, отъелась? Она не придет, потому что она понимает, если она придет, даже плюс 100 грамм, она на следующий день уедет домой. Именно поэтому мы и пригласили тебя на самый большой фудкорт страны. Я здесь все знаю. Погнали! Погнали! Вер, ну что ж, именно поэтому я пригласил тебя на свой правильный утренний завтрак. Добро пожаловать. Очень правильный. Налетай, давай, налетай. Давай, 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 налетай, Вера. На. Слушай, ну, у меня есть инсайдерская информация. На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, в Бразилии, в 2016 году, некоторые девчонки... Мне уже страшно. Что там делали? Под подушкой прятали шоколад. Нет. Правда. Да, конечно. У меня была такая мечта, я думала, вот, когда я там выиграю какие-нибудь соревнования, я возьму огромный торт и прям вот так вот начну его есть. Но когда я выиграла, как-то, ну, уже не так хотелось. Я думаю, что все подписчики наши, зрители, умеют хотя бы один элемент из художественной гимнастики. Знаете, какой? Это обруч, так катнуть, чтобы он к тебе вернулся. Не все. Да ладно. 100% не все. Я умею, кстати. Посмотрим сегодня. Посмотрим? А у нас что сегодня будет, кстати? Со всеми предметами будем работать. Может, мне тогда перестать есть мороженое? Ну да, я чувствую, будет что-то серьезное. Обруч может застрять. Вот. Это я могу. Я знаешь, как проворачиваю обруч? Вот так вот. Вот так вот. Я знаю, да и все знают, что у тебя в ТикТоке больше 2 миллионов подписчиков. Ты тиктокер? Ты тиктокер? Я не тиктокер, это хобби. Ну, на самом деле, мне это даже стало немного пугать. Я, например, вот буквально неделю назад летела в самолете, и рядом со мной сидел мальчик, он вот так вот на меня смотрел, и потом говорит, а вы тиктокер? Ну, как бы мне не очень приятно, я все-таки, ну, спортсменка, ну, да, олимпийская чемпионка. Олимпийская чемпионка, конечно. Я вас узнал, я вас видел в тиктоке. Вы тиктокер, такая... да? У меня нет подписчиков в тиктоке. Я тебе больше скажу, у меня тиктока-то нет. Как же запущено. Я бы хотел, конечно, мог бы обратиться, конечно, к Милохину, может быть, в Вале Карнавал, но я им не доверяю, понимаешь, а тебе доверяю. Помоги мне, пожалуйста, и мы снимем мое первое видео.
Ну, вообще, я думаю, как бы вот в моем аккаунте всегда заходит, если я сажусь на шпагат, uh-huh. поднимаю ноги, там что-то кидаю с предметами, и люди как бы вот любят вот это вот все. Uh-huh. Поэтому я предлагаю, так как видео будет со мной, использовать мой шпагат. Так. И вот я, например, вижу эскалатор, он там, я могу сесть на провис его, на шпагат. Стоп, а если ты соскользнешь? Не соскользну. Я теряю действенность, грубо говоря, в ТикТоке. Хорошо, что я... Подожди, а как ты хочешь на шпагат сесть? Где? А тебе нужна растяжка? Перед началом. Там не нужна разминка. На шпагат не нужна разминка? Что, настолько? Подожди, давайте я сначала прорепетирую. Может, у меня нога уедет сейчас. А может, мне кто-нибудь помочь, я вот придержусь? Не, я вот так сниму. Сейчас. Не, нормально, нормально. Хоп, и поехал. Точно? Говорю, это что-то невероятное. Сейчас. Все нормально. Да? Вот так будет. Мы позавтракали запрещенкой, ну как запрещенка, запрещенка для Веры. Для меня это вообще будни как бы, да? И теперь настало время приступить к познанию художественной гимнастики. Мы находимся в гимнастическом зале. Как я уже говорил, анонсировал, я это буду делать не один. Познавать, так скажем, азы художественной гимнастики. Встречайте, самый эластичный, энергичный, харизматичный Дмитрий Красилов. Годный контент подъехал. Я так понимаю, все, что кончается ночные, вот ты хотел перечислить. Не, ну реально, мы все поржевые были, как ты танцевал. Мы сегодня будем, у нас, вернее, Вера, наш заслуженный мастер спорта, наш звездный тренер, будет обучать каким-то элементам художественной гимнастики. Мы должны это все сделать. Кто проявит себя лучше, у кого получится лучше всего, тот герой и заслуженный мастер художественной гимнастики сегодняшнего дня. Кто? Да, то есть ты на полном серьезе как бы предлагаешь нам с тобой? Конечно! Пойти позаниматься у Веры художественной гимнастикой. Конечно! Ну нахер. Кто проиграет, тот будет выполнять наказание какое, пока мы не знаем. Никто не знает. Ты готов? Конечно, нет. Я тоже. Вер, мы не готовы. Погнали! Сейчас тут начнется мужицкий пот. Аллилуйя, пот из мужиков. Так, ну сначала я предлагаю нам всем переобуться в специальную обувь. Это гимнастические тапочки. Вот можете выбрать. Садимся. Ну вообще носки снимаются, но как хотите. Она говорит, садимся. Я. Это. А, нет. Ладно, и так сойдет. У меня все сошлось. Подожди, я порву сейчас. Не, блин. Они не порвутся. А, нет, еще один влез пальчик. Подожди, а как я, правильно? О, я да. Эстет. Ну, можно вот так. Ребят, я эстет. Одну перекинуть. О, ты знаешь, как? Нормально. Пьют бокал вот так да, вот. Да, да. А ты будешь так заниматься. А я занимаюсь вот так. Так, ну у меня вроде получилось. Ну все, второй. Смотрите, а хочется прям сразу же супер. Подкинуть ленточку. А, нет, смотрите, оказывается, у меня какой-то подвох в правой ноге. Она имеет свойство быть меньше. Вот, чтобы лучше держалось. О, мое! Ну все, влезли пальцы. Ну пусть будет так, ладно, уговори. Так, ну все, это самое главное. Так, подождите, мне нужно на часах поставить режим тренировки, а иначе это, иначе жопа жопная будет. Да, интересно, пульс потом будет аж посмотреть. Два колечка я забил сегодня. Так, а у меня вопрос, у нас ходьба, танцы, бег, велосипед. Художественная гимнастика. Переустанови часы. Ну, давай, эллипсоид. Эргомер, степпер. 2 hours later. Пеший туризм. О, нет, подожди. Йога. Пойдет? 6 hours later. Функциональная силовая. The next day. Восстановление core 3. Господи, это что, реально столько можно много заниматься? Прошел час. Так, ну все, тренировка закончена, молодцы. Я так не хочу ничего делать. Все, функционально целевая, ладно. Все, хорошо. Поставили руки на пояс. Мы готовы. Самое главное, плечи опустили. Лопатки как? Куда? Ну, вниз. Вниз плечи. Это в карман желательно. Не вот так, не вот так, чтобы на ушах были, опустили. Только руки на пояс держим. И пошли наклоны головы. Раз. Ha ha ha!
Слушай, что ты? О, там, кстати, есть весы. Я знаю, чем мы займемся после тренировки. Не-не, я рак, это другой знак зодиака. Отлично, они как раз застрянут. А можно еще один? Ну смотри, уже гнобить начала. А только разминка прошла. Ну давайте начнем с простого. Прыжочек. Теперь складываем скакалку, и для отдыха, ну, мы не просто им дышим вот так вот. Мы скакалочку свернули и выкрутой ручками делаем. Дышим, отдыхаем. Что? Чем уже, тем лучше. Я не понимаю, вы точно гимнастикой занимаетесь? Да, художественная гимнастика, вот. Чем уже, тем лучше. Уже бери. Бери уже. Хорошо, но отдышались, давайте попробуем двойной прыжок сделать. Блин, вот это вообще не моя история, это я тебе сразу скажу. Может, и без... О! Это первый раз в жизни, когда что-то получилось! О! Все, пока! А звание мастер спорта вручается Юнусову Роману! Добрый день, канал ТНТ, как спалось? Спалось замечательно. Доброе утро, канал Муз ТВ. Чем вы сегодня ужинали? Фастфуд. Будьте здоровы. Ребята, кольцо закрыто. Хорошо, пробуем теперь одну булаву поставить себе вот сюда на грудь. Отпустить и в колени вот сюда зажать его. Она на нас что-то говорит, смотри. Ну да, у меня сама не получается. Олимпийская чемпионка, ё-моё. Сиди, я сам открою. Короче, булава должна на полвращения прокрутиться. Рома, я ухожу, мне перестало это нравится. Итак, дорогие друзья, мы благодаря нашему звездному тренеру Вере Бирюковой прошли все снаряды, все предметы, все изучили, все знаем и готовы к своим вольным упражнениям. Кто из нас начнет первым? Ты. Я? Ты. Хорошо. А под какую музыку мы сейчас определим? Итак, спортлото. Нет, это как в болишке, надо 3 рубля кинуть, чтобы бакилки достать. Под какую музыку буду выполнять свои упражнения? Лена Темникова. Ого. А, это жанр, видимо. Фанк. Фанк. Так, прошу. Я завершаю этот выпуск. Под какой жанр будет выступать Дмитрий Красилов? О нет. А, это наоборот. А у меня латино. Латино. Ну, отлично. Латино. Кстати, как бы твое любимое? Получается. Нет. Итак, я фанк начинаю первым, а Дима начинает вторым, и он будет танцевать под латино. Идем есть мороженку. Поехали. Итак, дорогие друзья, как всегда по традиции, наш конкурс. Под этим видео в комментариях напишите, какой вы бы видели новый предмет у художественной гимнастики. Ну, например, помимо булавы. Обруча. Чай и ленточки. Меча и ленточки. Какой бы вы предмет предложили и как его использовать в художественной гимнастике? Пишите свои варианты. Самый крутой мы обязательно отметим и подарим вот такую замечательную книгу от Веры Брюковой. Вера, твой пропуск к пьедесталу. Ждем ваши комментарии. Да. Дорогие друзья, сейчас мы просмотрим программу Веры Брюковой, и нам нужно будет повторить. Кто, по мнению нашего звездного тренера, справится лучше, тот молодец, кто нет, получит наказание. Поехали. А то непонятно. Стоите ровненько, как я вас учила. Плечи опустили, ножки вместе. Музыка начнется, выходим. Берем скакалку, делаем 5 прыжочков обычных. Откинули узелок назад и удочку. Раз, удочку поймали, 2. Положили. Потом идем к булавам, 5, кто латины, там кто чем. Берем булавы. Вот этот бросок, как учили, делаем. Раз. Прижимаем, 2. Оставили булаву. Идем к ленте.
О, это моя любимая. Рисуем спиральку, крутимся вокруг себя. А я говорю, она придумала. Поймали хвост, сделали бумеранг. Раз. Поймали два, положили ленту. Пошли вот сюда, к мячу, сделали перекат. Перекат вот этот, как учили. Перекат. Сели, поймали в ножки, оставили мяч. И пошли опять своими танцевальными движениями к обручу. И вот так учили, обруч, собственно. Закрутили. И красиво закончили. Браво! Ты готов, Рома? Да. Ну тогда, с Богом. Я хочу от тебя детей! Ну, блин. Хорош, хорош. Запрещенка уже. Браво! Спасибо! Лучший! Лучший! Крепись! Крепись! Уступаю, пожалуйста, садитесь, вам нужнее. Спасибо. Хотите посмотреть, как это будет намного ужаснее? Я пошел. Итак, Латина. Дмитрий Красилов. Встречайте! Да что за вальс? Я пошел на этот ремень. Все правильно? Да, да. Ну, хореография, конечно. Артистизм 5. Непонятный элемент. Запутывание Красилова. Выпутывание Дмитрия. Прикольная связка. О, да он завлекает зрителей. Что он делает? Запрещенка. Бумеранг Красилова. Уф. Ну все. Это его короночка, да. И он ее применил. Ах, не получилось, но ничего страшного. Бежим за мячом. Браво! Браво! И последний элемент. Обруч. Заканчивается. Шел третий час выступления. Браво, браво, браво! Дмитрий Красилов!
Поздравляю, коллега. Коллега, мы это сделали. Теперь мы заслуженные... Теперь пусть она помучает. Да. Он довел меня до слез во время своего выступления, это правда. Да, Латина, это видно было. Его вот эта вот пластичность, это прям вот по 10-бальной 10. Но мастерство. Мастерство очень сильно подвело. Прыжки на скакалке мимо. Бросок с булавами мимо. Узел на ленте, запутывание, это еще минус. Пацан, к успеху шел, не получилось, не фартануло. Это было не запутывание, это была змея, извивающаяся. Новый элемент. Это была моя партнерша, которая извивалась вокруг меня. Вопрос и делала мою жизнь намного сложнее. Но это выглядело очень красиво, да. Но Роман блестяще справился с техникой. Спасибо. Тяжело, конечно, судить, но так как Дима был лучший в хореографии, а Роман был лучший в мастерстве, я считаю, что... должна победить дружба! Я считаю, дружба с Верой должна победить, вот поэтому... спасибо большое, я очень рад, Димка, тебе, что ты отозвался, пришел, помог. Если что, звони теперь, я твой должник. Выгребная яма тебе. Причем по всем смыслам этого слова. Спасибо тебе. И вот эти цветы из-под полы. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо тебе. Но самое главное. Спасибо. Ром, тебе спасибо за столь приятные ощущения в этом зале. Подписывайтесь на канал, ставьте, естественно, лайки, пишите комментарии, колокольчики и все фигня. Спасибо большое.